вариант. И похоже, что вот это преимущество убаюкивало прежде всего самих динамовцев Минска. Ну а вот сейчас вы видели, как был открыт счет в этом матче Юла Хайсов. Второй мяч, ворота мещан, 44-я минута, Курненин, третий номер мещан, защитник ошибается. Но не прошло и 20 секунд, как мещане сумели забить первый ответный мяч. Вы видели, это сделал Зигмантович. Ну и тут же мы вам показали мяч Георгия Кондратьева. На 50-й минуте он, когда пытался прервать очередную, ну точнее будет сказать, одну из резких контратак Раба. Это и мяч второй раз попал. Побывал в сетке ворот мещан, простите. Атака Раба. Это и мяч в третий раз попадает в ворота Ивана Жикю. Ну, мне кажется, капитан мещан сейчас видел все, что делал футболист Раба это. И как он переместился в центр. И момент удара. Вот вы знаете, этот момент характерен для игры Раба это сегодняшней встречи.